Всем привет! Сегодня завоз орхидеи Леруа Мерлен Мега. Посмотрим, что нам привезли. Если вот так вот посмотреть, не приглядываясь, стоит два Манхэттен. На самом деле это не так. И сразу же переведу камеру вот так крупно рядом. Видите, край без крапа. И Манхэттен. Краб до самого-самого краешка. Все, возвращаем в норму. Так. Вот две орхидеи. А, кстати, листья очень даже тоже похожи. Видите? Люблю сравнивать. Все познается в сравнении, так и тут. Посмотрите, какая эффектная дама. Яркая, бархатная, крупные цветы. У нее прям закручен цветонос, поэтому цветочки начинаются чуть ли не у самой, не у самого горшочка. Люблю снимать, чтобы фон был красивый. Видите, да? Для этого, открою секрет, ставлю вот так. Думала, это удобрение, а оказалось, это марганцовка. Смотрите, какие у меня теперь руки. Оттирала, не оттирается. Красота требует жертв. Бутончики вот такие красивенькие. Заглянем в серединку. Красотка Тарина, она очень фотогенична. Мне кажется, она прям создана для того, чтобы они снимали видео. Ажурная, неоновая, невероятная красавица. Невысокие цветоносы, видите, розеточка сразу. Красавица. И КВ Бьюти. Такая уже расписная. Столько у нее краски лишней было. Листик растет. Забыла корни показать. В принципе, очень даже. Вот как по мне, корней предостаточно. И розетки хорошие, цветоносы невысокие.
посмотрим камбрии. Камбрии разные, микс. Но пахнут очень-очень приятно. Видео мы с той стороны поснимаем. И фаленопсисы. Их не так много. Так, то что показать? Все подряд. Цена. Здесь ценника тоже нет. Вот тоже интересно. Ценников нету. Совсем приятше. Выбрать, в общем, тут нечего. Крашеные, как всегда, без них не обходится. Крашеные 1255. А это, я так понимаю, все стоит еще с 8 марта. Красивая орхидея, похожая на подову. Вот все, что от нее осталось. И цена у такой орхидеи 1222. Однотипная, без бутонов, завязшая и не поливалась ни разу вообще. Вот такая тележка стоит с орхидеями. Не знаю, наверное, это все-таки уценка. Нигде никаких указаний на это нет. Цветочек когда-то был, сейчас отцвел, легкая, как пух просто. Розеточка не поливалась, я думаю, никогда. Башмаков несколько штук. Фаленопсисы стоят разные. Очень красивая орхидейка. Нежная-нежная. Тут стоит все. И даже вот так одна на одной. Одна на листьях у другой стоят. Очень жалкое, конечно, зрелище. Вон там дендробиумов целое море. Какая у них цена? Оценка ли это вообще, что это такое, не знаю, вот пустые места и вот тут напольное кашпо, в напольном кашпо стоят тоже бедолажки. Красивая камбрия. Ничего не написано, но я так понимаю, это уценка, не знаю. Так вот цены, ценников в зале очень мало, вот ценники, видите, туда провалились, вон, видите, еще сколько. Зато в зале все бегают, спрашивают цены. Ну, грустно, печально, пока-пока.